Слышь, Неликс, слышь тебе, я имею. Ставьте шкаф сразу, сейчас всех суманем. Вон шкаф тут, подойдите. Кого там надо? Слобика, кого еще? Бага Робу. зовет. На Некса. Бага остался, да? Да я типа гружусь. По-моему, я грузился в тот момент, как тут не вышел. Дай тоже ассиста на Войда. Для кучи. Я уже, по-моему, всем ассистов создала. Мне И рылку верни, пожалуйста. Больше ассистов, больше власти. Да как-то вы все просите, я не знаю, кому давать. Сейчас. Так, ты на лаге? Всё. Все лицо ассистов. Все просите, я не знаю, кому давать. Так двусмысленно прозвучало. Блин, выбирай, кто больше нравится. Ну, кто-то байеров берет, кто-то берет, чтобы метки какие-то поставить. Червей, води этих слизняков. Всехов, короче. Я босса. Да, Вага. Че у нас, хилы под босса, да? Тут хилы всегда под босса вроде. Нет, тоже каска печовская, ничего. Так, нормально? Холик, обнови кулак по себе. Отличные новости, народ. Я почему трубы для подачи не даю.
Бля, мне вот эти новые вары пиздец нравятся, ваши нахуй. Ни раскола, блять, ни дамага, нахуй, чем занимается, чё хуй. О, началось. Они жмут кнопку. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Возмущайся, возмущайся. Это, мне лучше напомните, как мне в том... Я сейчас, видите, хуй забью нахуй на эти расколы, реально, блядь, и хуй буду стакать нахуй. Ну, вообще-то у нас есть в рейде прот вак, он вот стакает всегда, расколы. Он не стакает, всегда понимаете? Он было так, что более опытные игроки говорят, что делают и что делают не так, более-менее опытно. Короче, ты просто посмотрел бы их шмот, их камни и сказал, что они делают не так вообще. Так, Войд, ты вообще типа не пользуешься сокрушением? Не, я могу пользоваться, просто я в Телмивене вбил и что-то у меня не показывает этот квадратик. Ну, вот смотри, у меня тут написано Enable Icon, это я поставил. Buff, debuff, дальше что там? Короче, с ним-то пользуйся сокрушением, а то видишь, у Редвар жопа горит. Не, я что-то неправильно сделал тут, наверное. Нет, отойти нужно. А то вся надежда на протвара великого. А, я дебаф, короче, не поставил, у меня баф стоял. Дебаф же правильно должно быть на боссе. Да, дебаф на цели. Ну вот, я не видел эту хуйню, я думаю, что за хуйня. Сейчас проверим на мобе. Поэтому не, я могу в своем задании могу сказать... и не рассчитывал то, что тут что-то не знаю. Ну, теперь вижу. Мы трэш отойдем, надо племяннику помочь раскрасить сову.
Бага, чё ты рогу унижаешь? Ничего я не унижаю никого. Блять, ему дали 1000 кп, потому что он как дурак сдох с пула. А он все просит этот гп снять. Сейчас меня заебет, я ему за сопрот еще начислю. Не, Вага, сначала впиши в правила пункт доебаться до руководителя. 100 гп. И потом начисли. И что-то какая-то гиблая тема, это все, ну, смысл обсусоливать нету, что он там прав, не прав был. Сдох ГП, все, какие проблемы. Не знаю, ты вступаешь в гильдию, ты можешь ради прикола хотя бы почитать правила. Да, чтобы у нас еще правила работали, так как положено. Я думаю, ты они зайдут. Привет, привет. И еще кикнет сверху. Привет. Привет. Здравствуйте. Вы в обычке или в Геру шли? Гера. Гер, конечно. А когда обычка будет? Мне когда в гильдию принимали, говорили, на выходных должна быть обычка. Обычки у нас нету. Ее собирают игроки сами по себе. Это вообще не гильдейская РТ. Обычки вот эти. Сегодня ребята хотели собирать... Короче, у нас босс, попрошу не флудить. Блин, я думал, мы в норме. Флатбон двоих. Ну, Алекса, сумманите. Глупые смертные. Думали, что одолели нас, Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь Лича. Наши силы едины. Восстаньте, братья. Такой голос. И уничтожьте наших врагов. Даксанар был досадным недоразумением. Сила сферы. Ой-ой-ой. Женуэн, вот я это видел, тебя резать не будут, ты получаешь ГП вот за эту хуйню. Дарама на пульте. На кладбона. Спел лусовой вот этот, который типа огнем сверху ударил, это звездный огонь, да? Столб такой. Столбик, да. Вот Женуэн, ты хочешь сказать, ты ударил Талдорама звездным огнем, он на тебя побежал, убил тебя. Это он на рейде был?
Кого ты пытаешься наебать? А я на том КД вот за такую смерть нахуй получил, сколько? 250 ЕП, да? ЕП? ЕП, блядь. Я как понимаю, это новый вар всех убил. Так он же не сдох. Там фаталити, вон пишет как. В Mortal Kombat поиграем. Там вон написано, Бонни и Клайд из-за него. Ну, я, кстати, первый раз вижу два колечка и катушку. Колечко, да, колечко. А у тебя будет какая-то подвижка? Чего? Ну ты в курсе, что ты ведьму подбежал близко к людям? Ну ты не должен был подбегать, и они умерли. Ладно, как бы Байер, мне на него похуй в целом, но ты Анкилу убил. Вага, солнышко. Мои полтора часа прошли, мне надо уйти. Иди. Я, скорее всего, ухожу на полчаса. Возможно, вернусь как раз где-то в районе или что. ВВК не пойдем. Да дело не в ВВК. Поставьте, пожалуйста, маги дверь на выход. Ты теперь так называй. Да я как только не называю, у меня целый список возможных вариантов. У меня еще пояс, ой, плащ есть, наметка, сейчас спасибо. Я в прошлый раз пора все забрала такой. Кават, ты с нами? Да. Сейчас с уманем-то. А крита так хватает, если ты берешь другой? Все-таки 73 крита. Я его все равно не помню. Блин, я думаю, что не так, у меня, оказывается, у силки Салара. У меня тоже. Я просто смотрю, у меня сотка у силков, увы. У меня 150. Ну, я Таурин, мне поменьше. Если тебе удобно, если нет, я выпрашивать не буду. Мне, по-моему, блин, с двумя сапротами, сейчас на наручах и эта бутылка сапротов нахрен позабиваться не нужно, не пробивает. Неплохо, неплохо. Но от стрелы хаоса на... Вообще всем надо вкачать, но уж видишь... А это, конечно, не помогает, сэр. Ты можешь поменять под любого босса, там и под лед зачарить их, и под огонь, и под это, под аркана. Ну, под ОКХМ. Ребятки, если нужна, буду, пишите в дискорде, я в принципе буду в доме, просто надо кое-какие дела сделать. Если прям жопа-жопа, смогу заменить. Плитку тоже. Жранину готовлю папе, который эту плитку сейчас тоже кладет, меня заменяет. Это тоже важное дело, срочное. Он голоден и зол. Блин, голодный мужчина, это вообще зверь просто. Голодный мужчина, это нельзя, чтобы в доме было, все, убежало. Конечно.
Надо к Насте домой приехать. Ты что с голову-то там помрёшь? Плиткой кормить будет. Не плиткой кормить. Короче, был Кирс и нет Кирс. Можно рыбу? Кладбон в ДД. Зеркало или босс? Даже не знаю, там великий протовар будет, наверное, недовольный, если он танчит. Конечно, я на боссе, блядь, вы чё? Просто стоя я агро набираю на пул на протовар и все. Попало бафом что? Ничего можешь не бафить, пока что. Покидывай тогда клонки МП5, если на ком-то не будет. О, тут ну МП5 раздай то. Кладбон может бумажить, да? Ну мне в КЦ же, да? Да. Да, тут танки есть. Да, не успехнулся. Конь, прости, но сегодня это без тотема на. Кават, ты только бежишь к Лане, не тыкай, ничего там. Кто-то из шаманов, не забывайте, тотем на силу Агилу и Мелихаст. Это тогда... Сядь, либо ты, либо... Дайте я на Агилу поставлю.
круто, да, Red Band? Ты че заебись? Ну, какие вары мне нужны? Да, кики нахуй новенький. Че началось-то? Да про раскол. Начинаем представление. Ну зачем мост? Опять укус хотел в конце. Даже Шунен получил, блять, укус. Ничего себе! Ничего себе, смотрите вас. Коника я тебе дам сейчас. Полбу. Эх, лагает. Что такое? Да. Прямо очень жестоко. Я вообще думал, что это списками. Я думал, такое умение. Диван, диван, диван. Кричим, Сирус, живи. Блять, мой щит, мой щит. Ебать. Быстрее перелет. Засейвите шмот, а то может лагануть. Блять, уступи щит, заебал, но ты не нет, 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 нет. Скрины лута сделайте. Ты на приколе? Я сделал. Дай щит нет. На туре. Ну что ты как жопа-то, блять? Я тебе раскол. Нет. Так. Ебать ты гонишь. Вага, разберись с ним, блять. Пиздец, последняя надежда. Бать, ты в Т4 был? Да. Смотри, Ред, тебя спекнули только на одного босса трэш плавить, а он, вон, видишь, в танчном сетке. Знаешь, Вага, я для танка специально поменял спек, и для этого я до этого пожертвовал ЕПшкой, понимаешь? Смотри, ты пришел обратно вообще с новым спеком, ты ничем не жертвовал. Нет, хорошо, если хочешь, конечно, значит, забирай. Ты хочешь сказать то, что он ДДш не получит на танка, типа, шмотки. Хотя у меня, типа, вот смысл в другом. Типа... Смысл в том, что насколько часто будешь танчить ты, насколько... Ты сам подумай. Ну, потребуется потанчить. В том, что он тачит ОКХМ. Отдавай войду. ОКХМ он танчит ДКшкой. Короче говоря, я бы отдал бы Войду, сколько он просто чаще танкует. У него уже есть полностью собранный Т5. Ага, ОКХМ он танчит кваром так. Знаешь, ради Т5 я, блядь, поменял себе спек. Потому что нихуя не отдавали. Я даже по этому поводу с Лёшей разговаривал. А, Женуэн, отдашь, короче говоря, Редвару щит. И он танчит только ХМ? Ну да, одевается, да ладно вам, ребят, ХМ. Чё вы, ну, человек по приору щит забирает, чё, правила такие, чё. Ну тут не по приору, а тут по мейн-спеку, приору-то у него нет. Ну, по спеку. А я говорил, уводит мейн-спек. Thank you.
Рецепт на кощик. Не, просто танков хилю, но я тебя, блин, ни разу не хилил, по-моему. Анкил, линкани катушку. Сейчас. Опасная ситуация. Жена, ты щит отдал Редвару? Плюс-минус. Да, отдал он мне. По приору я себе мог забрать пятую Т5, которую хотел 3 месяца назад. Забрал его, когда все взяли, и уже новенькие. Оль, так и я на мейнспек забрал себе его тоже. Что поставить? Тотем. Ну я как бы подождал месяца 3, пока кто мог со старичков, все себе забрали, уже новички начали забирать. Тогда только взял себе пятую Т5. Это конфликт всегда будет. У одного мейнспек, у другого оффспек, блин. Никаких конфликтов не будет. Все, человек собирает себе танк и будет танчить. Вопрос исчерпан. Ну слушай, Вага, когда меня просят, я всегда спекусь. Тут смысл немного в другом. Можешь ли ты физически его оттанчить? Или не можешь? Это же не мобов где-то там продержать на боссе как. Просто зная вот Лёху, он бы щит бы тебе не дал бы, а дал бы его Войду. Вот это вот прям 100%. Я учту это на будущее. А при чем тут это? Вот, вон, роботы танчат. На аварии он вроде в ДК. Ну, я просто предвижу, что будет. Лёха будет тебя ставить теперь, танчить, и будет давать ГП за то, что ты не справляешься. А ты ливнёшь с гильдии, вот и все, что получится. Кто летает? Летает Холли Пал и Шторм. Можешь с ними за компанию полетать, а Элбрил с Мосой рыб похилят. Слева направо летаем. Ты, Элбрил, ошибаюсь. Ой, твои бы слова, да богу, уши. Просто 25 человек будут вместе с тобой вайпаться, а ты не сможешь его оттанчить. Вот и все, что будет. А нас будут дрочить. Что там, надо в Хилане? Лага. Чего-чего? Надо в Хилане, надо. Зачем? Ты хочешь шестым хилом побыть? Спрашиваю просто. Ну короче, давай, спекайся. Давай, давай. Я прям спорить не буду. Время покажет, увидим. Кирс напросил? Да, мне все равно на центре не нравится. Все тут. Сейчас Кирс отопьется, пуляем. Коватый на половинке. Ну давай сейчас сказать. Посмотрим, как ты Лича затанчишь. Пуляйте. Вот ты где-то. Чужаки ворвались во
Войд слева, Коват справа. Но я Т4 не беря. Значит, что помоги? Блин, ты забыла Т4 переодеть, а я свой хилл шмот не... Нормально. Команда... Лучший самый плоди. Ой, патриот, да? Да нет, так-то и в Т4 можно стараться. Просто было бы быстрее. Базы. Да ладно, нормально. От прицка хилка все. О, тут еще есть робота. У силки фул хэп. Вася, ты-то хочешь стел переодеть? Да. А Войду я бы вообще рекомендовал бы поменять сбег на протик, если он протики бегает. И забирать у себя. На самом деле в этом тоже есть логика. Потому что придет какой-то новенький вар, допустим, пройтики, и будет забирать себе все. Тонко на себя так намекнул. Чтоб мне только чем не оставался. Ну я как, новенький вар. Прот. Ты меня новеньким считаешь, или чё? Новый прот вар. Ну так-то да, недавно в гильдию вступил. Да мне как-то похуй, я РБК танчил 205 там левел, блядь, СВК 10 оп, 230, мне вообще поебать. Чё ты да хуй? Попроси чё. Чё, сиди спокойно. Ко мне. Просто когда мы пошли вайпаться, ты бегал по БГ, а нам ли не хватало людей, и ты забил. Слушай, на когда, всё. В тот день, когда я бегал, я Лёху предупреждал ещё о том, что последний день будет БГ. Ребят, ну ребята, вот, войну вот. Устроите после рейда. Ну, вот. Один раз прошу. Захиливай? Да. Значит, что-то нахилило. Без понятия, потому что у меня ни аддонов, ни... Что за 4 ляма? Фу, блин. Сейчас, сядь, у меня талант стоит. Я хилю и себя, и его. Да нормально, главное, быстро захилили, всё хорошо. Да-да. Да-да, в целом же рамки. Может, с такими же усилками и остаться? Да, сядь, я просто этот шмот не успел переодеть. Точнее, забыл. Да на самом деле, там может один хулипал летать. Долорес, а чё хан ждёт ещё? Он на синдроу шею хочет. Ух, ёпта. Там мне Некс хотел шею забрать. Нет, нет, он не будет шею брать. Я уже все договорился, все нормально. Мне кольцо с вальпой надо было и БСП. Но кольцо я года хожу, ни разу его не видел еще. Кот, это знаешь, это примерно так же, как я недели две подряд только в хиле ходил, потому что у нас не было хиле. Давайте шустрее, мальчики, девочки. О, как раз я пока эти аддоны, хоть хилбот врублю.
А то что-то я настолько отвык от ДБМа на этой. Эх, как эту гадость звать-то? На лане что-то не привык. Че, бежим? Вперед. Ну, все в комнате. Все, заходим. А чё ты лага на хантабу накидывал, епыш? Да не, пофигу. Потом прилипнет. А Ксения Враско сказал, главное нет, не выделяться. Не отсвечивай. Не отсвечивай. Вдруг я этим хилом стану, по-моему, спеку. О, тогда... Я посмотрел. Байкер. Там Полина пойдет, возьмет бручку и пойдет там. А это легко. Между прочим, можно сделать спокойно панкейн. Это легко. 10. Я все потихонечку собираюсь эти танки, Вася, не знаю. На паладине. Прикольно. Господи, я подумал на шамане. Не-не-не. Ну я говорю на шамана, конечно, тоже веселее. Энхо-танки, это вам дорога на классик. Паладинами все могут там, варами тоже. Шаманами мало кто. Ой. На этих 100% собираю, наверное. ДВ рейд это вообще идея Делюкса, который собрал их всех и съебался. А в итоге пианист за него отдувался. Самый топовый хил это тот, у которого 40 тысяч хп. Мне как-то было побольше. ПД шмоти. Фишка дня, можно взять сейчас, Вася, можно взять талант на перерождение почаще, чтобы сильно. Зато точно навыки не придется эти силки менять. Да нет, проще уж попрочнее таланты на прожимку взять, чем вот это. Несерьезно. Ну, все может быть. Да, в субботу, в воскресенье, в принципе, можно топовый состав собрать, подобрать любых персонажей. Как у Гурчиков, как сборный.
Чистим трэш, и будет перекур 5 минут, и я сделаю замены. Мне послышалось, я сделаю ро. Ну, у нас все не так плохо-то вроде. Это пока нет синдры. Вага, я подхожу через этот коридор, у меня уже психологическая. Травма, ну, бывает. Крепись! Вот бедный скрипит. Двое достальные нервы. Ну его тоже можно понять. Его уже сбрило. Ну, успех есть успех. Вы обалдели, вы что, два танка-то уронили? Что вообще херня? Я видел, с какой скоростью они упали. Они сотались, ну. Ну, типа это, Холли Пал-то тут. Маны тут. Меньше, чем за секунду просто. У них фулл хп было, Серёж. Просто хилый слайдер. Удар, следом еще удар, там меньше секунды и уже труп просто. Все виноваты хилы сюда, да. Ничего, будет. Подождите, я с хилом в доспехе, а потом можно хилам ГП. Фулл хп было, блин. У меня то ли лагануло сейчас, то ли этот моб прям конкретно дергался. Ланотель у меня лагала, картинку вставила. Хорошо, когда встает картинка, не когда на тебя кидается пакт, но ты чувствуешь по себе урон, но не видишь его. Как ты чувствуешь это? Как это происходит? Расскажи. Смотришь на количество твоего хп. И колени дрожат. Да вообще. И сразу ДВшные рейды вспоминает. А, ну это комплексы. Это бывает. Не, мне просто забавно, как я с 800 пинга вносил импакта столько же, сколько еще, ну, человек 10. Но это максимум того, сколько я насчитал, кто не косячит. То есть все остальные 15 слайкера полные. Но в ДВ рейде, по ощущениям, так и... Конь, сходи как-нибудь ради разнообразия. Не-не-не, я если еще и паладином туда пойду, то я вообще... Да нормально. Я в заброшу после этого. Вот, кстати, ты и прохилишь. Чего, паладином куда собираешься ходить? Дворейт, да? Ты завтра приходи. Напиши коню, что у него этот паладин мейн будет у нас в хиле бегать в дворейт. А, я поняла. Вы из моей лужи вышли и зашли в другую лужу. А та закончилась, прям новую прыгнула. Это был слишком гениальный мув. Перекур 5 минут, 2 новых вара. Бонни Клайд и вот этот вот Зилфрид на замен. Нихуя себе, я могу услышал. Здорово. Мазафаки. Вот это я удачно зашел. Что, починил микрофон? Да ничего не починил, новый купил. Они долго не живут. Громче всех, а? Фарадыч тут? Ну ты в рейде, короче. Казум, ты тут? В хуянцах, в рейде ты. Казум, что это нам не скидывал?
Чё ты, Неликс? Вы там на ком? Да. Профа уже убили? Нет. Понял. Тебе ждать. На профа? И нафига на мне? Миш, тут? Что эту тему? Ебать, он был. Ну вот ты вот скинул темку про император Шам. Я, ебать, он победитель по жизни. Мне аж обидно за него. На самом деле обидно, потому что я знаю, что он дофигища донат. Так, один из рок. Кто хочет послакать? Давай, Нэнэкс. Ты что, решил брать скилли? Мне проф нужен. Что? Мне проф нужен только. Не, говорю, а шею тоже хотел. Да не шею, я с кольцом перепутал. Мне кольцо с кольцом нужно было. На РПБ, которое полгода уже не падает. Лага, как знаете? У тебя дела? Бадихай. Как сам? Да тоже потихонечку. Как тебе этот карантинчик? Да мне похуй на него. Виталий, я тебя в начале рейда вспоминала. Ребята, не знаю, соврать. Но меня сказали, что я паникер. Но я говорю, Виталий нету. Там тот вообще кричать. Неликс тоже был. Что-то мне этот ДВшный рейд напоминает. Мне так же к Синдри с ума. Я говорю, Миша, у меня уже пора. Ну ладно, уже на рейдах. Синдра и Джай. Джайна-то мы убьем сегодня. Или чат тоже убьем, наверное. А чего вы его не убили? Даже меча не убили. Там. Ой, забей, там Рога с пула умер. Да я уже говорит, видел. Что... Ну ты видел, да? Да. Я думаю, что уже все видели. Потом еще несколько человек постоянно вздыхали. Когда были валики, все три валики полетели в три разные стороны. Да ладно, на да, самом деле там народ круче. Лагал просто. Ну, кто-то лагал, а кто-то пришел в первый раз, оказывается. Там еще но моя об этом надо было сказать почти. Там еще мое корыто было. Да, дукло было. Тогда. А, я понял. На друиде она была. Не знаю. Ну а что, не корыто, что ли? Корыто. На корыте тоже а можно плавать. Дэл, ты напиши ханту, чтобы он где-нибудь в сторонке от рейда отвалился. Конико, у меня было преимущество, у меня друид неуязвим был для ГП, потому что он другой гильдии. Можно слакать, да? Да, в топовой гильдии у меня. РЧ на АФК. Нажимаем «Да», секта АФК. А кто там Брусь? Сопроты пьем, Танк. Ну у нас Коват и Войд танки. Коват пускай танчит сначала. Бэджи рвется танчит. Точно, забыл, извиняюсь. Великий Протувар с самого начала танчит. Так а сопроты или нет? Обязательно сопрота. Кто отъедет без сопрота, это будет даже не 1000 ГП, а больше. Вот мне даже интересно, если у меня 42 000 под рейд бапами, мне надо пить сопрот?
да. Рыбку поели, сапроты выпили, на маунт сели. Сейчас подожди, я это перечарюсь и бюль поменяю. Ты и тут хочешь сапрот себе повесить? Ну конечно, что я зря качался, что ли? Ой, пиздец. Дожили, блядь. Вы отсчет дадите, да? Мы побежим туда. Мы на балкон пробежим туда. Нет, что-то не... Ну что, Элбрил, готов? Вась, мы метку носим лево-центр, лево-центр. Понял. Спасибо. Да, готов. Все, поехали на балкон. Ну, ты лужи копил, вообще. Ну, конечно. Это обязательно. Слишком обычно. Я для этого и спрашивал сразу. Не удивлен. Сойдет. Не столько хп, что я могу к любому группу пор встать, наверное. О, центральный. Но он топово разбил. Ой-ой. Хоть сказали бы, что разбиваете. Предание ГП Герсгорну. Нормально, разбили в метке, говорит, предание. Ну, ХП хватит. Тут так в городе тоже было, да? Рилип. Блин, Мадород, зачем ты сказал? И релиз парада все так же начиналось. Лакер на парада, да инту. Подальше встану, чтобы сразу не разбить. Центральное, ну чё делать? Так и вижу это воспламенение.
Сейчас фаза будет. Геро. Оля, Геро. Тортик. Милики разбили. Ну, Редвар, ну ты в курсе, что это плохо было. Парада. Я видит и стоит. Блять, ну что началось-то? А я говорю. Короче, продали эту глыбу, добили босса. Почем продаем? Нахрен она нужна. Ух ты. Свободно. Печеньку героическую на ханта мне, пожалуйста, он ее купит. Я не понял, это что за квесты? Это нас на прошлой неделе кинули на квест. Опять иллюжены бугаюзы. Это нас там прошлой неделе на квест кинули, а те, кого кинули, сегодня забыли. Пошлите на профилы, куда?